Пожалуйста. Госпожа Кольцова, вы были в числе тех, кто совершал русскую революцию. Скажите, а что дала ваша революция народу? Недавно я проезжал всю вашу страну и, извините, не обнаружил даже теплых уборных. Каждый видит то, что его больше всего интересует. Вам известно, госпожа Кольцова, что вы дворянского рода, дочь генерала. Какое же вы имеете право выступать от имени рабочих? Простите, с кем имею честь? Я корреспондент социал-демократической прессы. Я, например, из рабочей семьи. Из рабочей? Из рабочей. В таком случае мы оба изменили своему классу. А правда, мадам, что в вашей стране женщины национализированы, все жены общие? Впервые я узнала об этом из вашего журнала, мадам. Это что, юмористическое издание?